В минувшие выходные ангарчане смогли окунуться в атмосферу дружбы и радушия. На площади Ленина состоялся фестиваль национальных культур «Жар-птица». Красочный праздник объединил представителей разных национальностей, таких как русские, белорусы, татары, буряты, таджики и многие другие. Увидеть своими глазами красочное мероприятие удалось и моей коллеге Анастасии Москаленко. Матушка, земля, милая, березняка, для меня святая Русь, для других занозника. На главной площади Ангарска яблоку негде упасть. Гости фестиваля национальных культур поражают разнообразием. Русские, белорусы, татары, чуваши, киргизы, эвенки. И это лишь малая часть. А вокальные и хореографические номера с особым колоритом – главный подарок зрителям от творческих коллективов. Многообразие видов народных костюмов поражает воображение. Красочные, национальные, буквально приковывают взгляд. Помимо ярких выступлений на сцене, каждый гость мог продегустировать блюда национальной кухни. Ну и какой же фестиваль обойдется без ярмарки? Места, где самобытные мастера демонстрируют изделия декоративно-прикладного искусства – гончарные, берестяные, тканные, вязаные. Ангарчане с удовольствием участвовали в мастер-классах, пели, танцевали и пили ароматный чай из большого дровяного самовара. На самом деле очень яркий фестиваль, и мне кажется, мы вот от прошлого года значительно шагнули вперед, как раз именно вот в уровне, в восприятии, в душевности. Очень нравится, весело, очень разнообразно, мы с детьми в восторге. Игровые зоны для детей очень классные, мы вот во всех участвуем, нравится. Хороший праздник, побольше бы таких для города. Впервые фестиваль национальных культур «Жар-птица Байкала» состоялся в Приангаре в 2018-м. В Ангарске он проходит с прошлого года. В этот раз колоритное событие организовано при поддержке президентского фонда культурных инициатив совместно с окружной администрацией. Дружба между народами, любовь и уважение, а главное понимание друг друга является чуть ли не самым главным для того, чтобы исключить всевозможные конфликты или непонимания. То русский человек – это не только славянин, это человек, проживающий на нашей большой и любимой родине – России. Фестиваль национальных культур – это масштабное и уникальное мероприятие, которое помогает осознавать, что своими различиями национальности лишь дополняют друг друга. Именно так рождается единый, сильный народ, который чтит традиции и помнит о своих корнях. Анастасия Москаленко, Вероника Васильева, Александр Черник, Руслан Ульмасов. Местное время.